Войт, спекнись в танка, Славик. Сейчас меня слышно или хуёво слышно? Слышно нормально. Славик, на пул на Войт Кнайта. Чек на пул. Если я вдруг вылечу, ты не выручу, а зависну. Судя по тому, как вы меня дергаетесь, я завис. Блин, ну я не знаю, как. Мне даже поменять тебя не на кого, шаман. Ты вот пишешь, что ты лагаешь, а я не, ну, практически бессилен. Могу только ферму на телефоне закрыть, чтобы сам не лагать. Веселочка, пришел? Что, нельзя с телефона сидеть? Да бы хорошо слышно было постоянно. Если в РК с телефона, а в Warcraft с компьютера? Ну, а почему бы и нет? Я и такого не умею. Зелан и Димась, вы здесь, и Аркона. Ходите все ближе, никто не пулит. Пей, веселочка, никто не пулит босса. Все отойдите вправо, к звездочке, отойдите рейд, пожалуйста, если вы гетеросексуальны. При кнопке отойди вправо, пожалуйста. Друид, хотай. Омоложение и буйный рост, спасибо, ждем. Ешьте маговскую еду, пока на вас нет боя, чтобы шаманы не садились по мане, пожалуйста. Умоляю вас, Христом Богом молю. В честь дня рождения его. Да, давайте, подходим в упор. На счет три пулим, Войд. Ты тут, Войд? Раз. Не вижу Войда, блядь, стойте, сука. Да чё тебе? Пуль давай. Веди его никуда, мы не будем ничего стопать. Не веди, пожалуйста, возле стола держи. Вы к столу все прижались, все от зеленого, от красного далеко. Стоим далеко. Давайте, цель зеленого. Все в цель, все под дебафом бьем. Сбегаемся в цель зеленого. Быстрее бежим в цель зеленого. Красный смена. Красный, готовимся к смене. Отбежали от красного. Давайте, Боб. Боб, хорошо. Остановись, ну пожалуйста. Виталий Кун, остановись. Спасибо тебе огромное. А кто кинул Боб сейчас? Кто может кинуть Боб? Вот так вопрос задать. Кальк, хорошо. Я на тебя буду рассчитывать. Все в красного играем. Бля, ты так крутишь, как будто проф в жопу дольёт просто. Со всех сторон колбы. Все в зеленого играем. Милики в зеленого, РДД в зеленом.
От красного отходим. Бьем красного. На 40 же переходка, правильно? Или на 35? 35. Тогда будем стоп попробовать. Бьем красного. Залейте ману шамана Маркона Хазараку, а злой Евген второго шамана Ноу. Чего-то там. Профа, стоп ДД, пожалуйста. Не бьем профессора. Профессора Мерзацирзда. Гимноману пей, пойте. Во тьме, если кто-то есть во тьме, пойте гимноману. Не бить профа, стоп ДД. Не бить. Все слизни бьем. Смотри, чтоб перевели потом. Переведем, ёпта. Веди его к столу просто и переведем сразу. Да, давайте. 3% бьем проф. Да. Я вылетел. Перезахожу Вовку. Отлично. Быстрее. У нас переходная фаза. К столу прижались все. К столу, ребята. Поглощение зелий. Войд, умоляю, заходи. Готовимся бить. Быстрее допей лужу. Быстрее мы тебя с диспелем, ты танчить будешь первый. Бьем слизней. Допей лужу. Диспел куклу. Давайте, диспел куклу и рост. Рост. Все нормально. Кальк, приготовь, пожалуйста, свой боб. Избегаемся. Смена красная. Отошли от красного. От красного бежим. Боб ханту. Да стой, хан, стой. Ёпта мать, сбегаемся. В цель зеленого сбегаемся все. Не надо бегать, блять, пока на вас боб. Сука, не бегай. Эрдру, подними сову. Ой, Евген-то мертвый, ты без задона, я понимаю, тебе сложно, но подними. Кальк, давай, пожалуйста. Диван по войду. Ёбаный крот, как же тяжело. Кальк, у тебя вон есть стреги на диван? Все. Где веселочка? Вот я не вижу. А, вот он. Песните, мага. Завоевать, Лёрч. Интересно. Видите, я вылетел. Хорошо, что мы поменялись спеками с Войдом. Будет трес? Нет. Давай пока так же в спеках таких пойдем, потому что лагаю, не знаю, что, как закончится. А Энхи с дурочкой дамажит?
PvP. Есть такая вещь, но типа не особо хорошая эта идея. А в чем минус там? Меньше прока ВП. А что-то еще. Будь в танке, Войд. Сейчас, может, отлагаю, но вроде бы... Оба на энку, что ли, хотим? Ну, типа, вообще на крайняк. Совсем нет утрин. Никому не нужен. Стойте внизу все, не бегите наверх. У тебя лучше, чем Коуба. Чё, тролль кто-то даст, нет? Да, Агри, пошли, кого контролить? Толпу одну, Агри, три танка есть, четыре даже. Тут внизу четыре танка всех разберут. Толстого бейте, советника. Потом бейте командира. Магуба. Уже удалила. Командира старайтесь быть. И черепок. А какой БР, блядь, иди нахуй. БР, блядь, чтоб ты умер еще раз на трэше. На боссах кто тебя будет потом резать? Не умираю на босса. А если умрешь? Я умер сейчас, потому что я дым пропал в мелизоне и на колбе взорвал. Радостный такой говорит, блядь. Говорит, я не умираю в мелизоне. Ару. Вот я даже на трэш умер в танке. В танке, сука. Давайте, короче, Войд на... Дофига. Войд на двоих. Ротопал на Келе. Два ханта напуливает Толдорама. На Сокс напуливает Валанара на Войда. На кинетике сидят два ханта. И Прист с руля. С руля. Вот такой прист сидит на кинетике. Блин, короче, мы еще к ребру шли. Волчать и Рога начал на лича собирать момента моря. Короче, мы уже на совете, они до сих пор собирают на лича. Бедные люди, сука. Как это уже больше часа, да? Ресники меня и разбойника, пожалуйста. Спасибо. Лучше подальше отойди. На профи, если что, за вайп не будем считать, потому что я вылетел, не мог релить. Идем на доп ЕП. Если нигде не вайпитесь, чтоб вы старались лучше. Давайте фулл баф по рейду, рыбу. Три кнопки, ты здесь? И стрелок кого-то. Даже две, красавцы. Давайте чек на пол. Да какой АФК? Почему вы в АФК, сука, прям перед боссом уходите?
Тебе там что, закладчик ходит? Наркоту тебе оставляет? А, ну ладно тогда. Джерри, он тебя ждет. Джерри. Я ману пью. Все готовы? Подходим. Давайте, запускаем. Ханты на пул Талдорама, Рога на пул Валанара, на Войда. На Войда. На Войда, Войд танчит, я в ДД. Наши силы едины! Два ханта и пристань кинетики, напомню. Вихрь рядом. Фу, там что-то сорвалось с тебя, Славик. Да давайте, не будем бэрить, короче. Так убьем. Еще вихрь рядом. Я не умираю, но... Пока с того момента, когда мы считаем, два из двух. Умер. Ну это срыв игра. Да нет, умер. Точечно килисета, шары не бьем, шары не срываем. Нашла, кстати, сидит кто-то на Яндекс.Дзене. Ну, в смысле, автор с вами занимается или нет? Ну, это типа онлайн-газета, короче, туда чуваки сами пишут статью. А ты можешь зайти почитать, можешь зайти сам написать что-то интересное. Типа газеты, короче, реально газеты, просто в интернете. Бабки на этом зарабатываешь за то, что ты статьи туда пишешь. Ну, если много просмотров у тебя, короче, то ты зарабатываешь деньги на этом, на рекламе. Бля, я чуть вспомнил, когда этого босса агрили и вели вниз. Это 2012-11 год. Да, Зак отошел. Блин, это ты зря, конечно. Да я уже давно пытаюсь лети, но все время что-то хилить, да. Что-то ему мало ЕП дал, ой, ГП. За плащ, который хотел нового забрать. Навестите паладина, пожалуйста. Аккуратненько, Агри. Иди. Англиф, иди сюда, хиль. Мы рады, что ты перестал лагать. Иди, перестань, помоги.
взял все станы на себя, давайте, пацаны, тащите. Бьем советника, лича бьем. Подружка лича. Что за Телура? У нас раньше был привист гильдии Телур. Короче, никто на Дзене не сидит, да? Некоторые даже не знают, что это. А что там пишут? Я не знаю, слушай, я ни разу не читал. Просто заинтересовался с точки зрения того, чтобы аудиторию там пособирать. Думаю, теперь... Да там все пишут, но там крупные всякие издательства ведут свои каналы, там... Авито есть канал, есть Автору канал, они там про тачки пишут, как лучше выбирать машину, что проверять надо при покупке, понял? Общественно полезные статьи. Может, обычные бабы какие-нибудь, тёлка собралась, я там 3000 подписчиков, и пишет, я сходил на такой-то фильм, фильм говно, потому что... И начинает вот такие рассказы, короче. Разные типа темы, все что угодно. Как еще раз называется сайт? Яндекс.Дзен. Ну, это Яндекс, ну, Яндекса, блядь, настоящий. В Инстаграме в форке все равно ключ решают. Чего? В Инстаграме разве такой же хуйни нет? Ну, в Инстаграме фотка решает. Никто не будет читать текст, если хуевая фотка. А там все заходят именно читать. То есть, если ты уебок, то можно туда идти, да? Да, туда. Я понял. Если тебе есть что сказать, но выглядишь ты как конченый. Да ничего, это прогопанный. Ну, почти бессмысленный вариант. Давай, я в ДД обратно спекаюсь, проверяем бафы. Ставьте рыбу, пожалуйста. Хуй знает, если ты бизнесмен и твоим партнерам скажешь, что у тебя Инстаграм накрученный, считай, у тебя уже нету партнеров. Лучше иметь скромненький на живой, чем накрученный в ёбске. Зарак тут? Вижу тут. Да. Ну, тактику, короче, не объясняю. Носите споры, хильте, пожалуйста. Димас, ты в каком спеке? Ты в эрдру все время? Ну и будь в эрдру, бог с ним. Тыкните в стол, пожалуйста. Чек на пул. Попадай. Что там еще падало с совета, так, кроме плаща? Попадай. Ты готовы? Стоим на месте, танки вперед. Все на месте стоим, только танки. Только танки. Все, все идем, атака. Ну можно и лайки же накручивать. Если по-умному делать, у тебя должно быть мало подписчиков, допустим, 1000 подписчиков, 800 лайков. И твои посты будут все время в ленту вылетать. Наверное. Ну как бы я читал про алгоритмы, но нет никакого подтверждения там фактического. Дайте рост.
Все, вы залейте своим шаманом ману, как назначал. Если вы не помните, то я тоже не помню. Бля. Не резвим. Я упал, лица. С каким же ПРом заберут? Ты не зацени, я надамажил, как укушенная сова. Какой ПР колье забирает? Чем посмотрим? 21. А какой ПР у моего друида Джей? Кто-то может посмотреть, если не сложно? 32. Вот, блядь, надо идти за друида. Покоритель Рольца. Порол уже, да? Сейчас пекайся, наверное, в ДД, я вроде не лагаю. Что он даже, когда колье забрал, на выше по ПРу сел. Ну да, у тебя там 2 ПР. Ебать, 2 это сколько сантиметров, столько и ПР-то. РДД ледяную бьем, милики темную. Сестре, не АФКшьте, самый сложный трэш, бейте трэш, пожалуйста. Читаю, заряженный Емельяр, блядь. Да
ДД в черри быстро играем. Милики бьем, тут трэш. Я все это время думал, что он реально заряжен энергия. Черри быстрее забей. Здорово. Головой из хила доспехи промыкают. ДЦ не надо. Гоните абсорб с ван. Давайте, короче, ДЦ и друид Димас на рейде. Два шамана, холиприст и кальк в порталах. На синдру тоже кальк в хила. Оставайся в хиле, пожалуйста. Если будет ДЦ сложно, напишешь там холипристу. Холиприст тоже, значит, на рейде будет. Потому что я в Димасе не уверен в нашем друге. Чемпионы серебряного авангарда. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плеть. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Может быть, ты прав. Я знаю, что вы сообщу Тереону нашим успехом. Не останавливайтесь. Убейте Синдрагосу. Боктар, герои. Гибель наших товарищей была неизбежна. Они жили и... Диспел бабл пристает, спасибо. Еще раз, ДЦ, Эрдру на рейде, холиприст, два шамана, холипал в порталах. Никто не АФКшит. Виталий Кун, ты здесь? Это шо? Проверяйте бафы, пишите, кому еще не хватает. Чек на пол. Да он охуел, что ли? Значит, напомните мне за этих боссов с него ЕП вычесть. Че мне ВДК? Не сказал, так завтра с него ЛД подойдет. Слышишь? Да будь в ДД пока. Я не знаю, Синдру, наверное, тебя потанчить лучше. Так мне сейчас в танке или в этом? Сейчас в ДД будь. Дайте МК по Хазараку. Ребаф хантов, пишет хант. Давайте еще раз чекаем. Хазараку и Кальку дайте по МК, пожалуйста, если не дали. Зарак не подтверждает готовность, поэтому мы начинаем на счет 3. Раз, два, три. Я справа, танчу. Так оно следит, его заново можно повесить, но ж не раз в бою вешаешься.
Гнев небес, паладины, пожалуйста. Большое спасибо. МК после каждых порталов надо обновлять. Вы должны мне помочь. Мои силы. Подавителей бьем. Розовые латы. Что? Метку кому-нибудь скиллов. Я бы очень хотел, чтобы паладин розовые латы дамажил больше меня. Я танк, а ты охуенный ретрик. И это же локов касается, короче. Это же ретрика Ктулгалы касается, который как протопал дамажит. Я хочу, чтобы это было исправлено. Ебать. Что происходит? Нахуя вы тратите БРы на этих магов? Мне не тратит БР. Ты что, с ССом ходишь, сука? Да. Подавите бейте. Так, чуть полипала, не уронил, сори. Что за проблема у ретриков с дамагом? Вы не можете печати переключить, чтобы вы не с порчей бегали? Хуя вам порча здесь. Ебать, даже я знаю об этом. Ретриком играю 2 месяца. И ретрика последний по дамагу, короче, как такое можно? С праведностью. Прикольный хуй. Три бара электрика, прошу прощения. Че он тебе жить мешал? Справа скелет огненный, короче. Сейчас будет разгромка вставать. Убейте скелет. Там, наверное, был рост уже давать. Что-то вы хилите, все хилите. Давайте рост. Ой, ДЦ гимн на ХП. Убейте все, короче, что хотите. Ну, кроме шансона. Кроме шансона. Я излечилась. И Зера, даруй мне силу. Варенька такой. Шо? О, фаермагом. Пояс рольч. Ну ты забирал одну штуку. Не, файер носит этот грудок. Или вы оба забирали шмотки? Дедвар, по-моему, тоже что-то забирал. Посмотрим. Ой, блядь. Чё-то я... Говорит, не забирал. Нет, наверное. Значит, вар. Жалко. Это выносит этот маркан.
Спускайтесь вниз, пожалуйста. Да эти поножи никому не нужны. Я поставил фрилут, я на минуту био отойду, не ходите, пожалуйста, а фкшить. Я могу бафы лучше, там, каску. Ка. Лапу помогу, там. Все те же, кто в хилах был, хилов, оставайтесь, 6 хилов. Последний тот пидор. Продал этот Дживс. На тебе Дживс. Дайте каску помогу. Тащите драконов, наверное. Виталькун надо кинуть. А Рэл отошел. Да, на типа Виталькуна. Ну, забись. Тащите драконов, а чё, стоять, дрочить. Кикните РЛ. Угу, пересоберите рейд, вот. Ну так бегите, ханты, чё вы стали? Давайте выбирайте этого дракончика и пса направить и запустить. Так, побежал, побежал уже. А, и что мы стоим? О, Виталик, пошёл. Чё, уже убили? Виталик, ты пидор. Я же это предупреждал. Ну что значит Правда, предупреждал? Задержался. Давай я сейчас плюсану в рейд и на ребре предупрежду всех, что я дальше не пойду, но в рейде буду. Ну я сказал же, то, что туда босс, но я же не знал, что я так до конца буду. Ну вернее, что долго получилось. Мы тебя ждали перед Валькой минут 5, потом Вальку сколько проходили, спустились на ивент и опять ждем, я уже посадку успел сходить и спуститься. Это очень долго. Но я-то не посадки ходил. Написал я био АФК, а куда ты ходил? В туалет. Ясно. А что в туалете еще можно делать, если не ссать? Ничего не понимаю. Ума не приложу. Кто-то ходит в туалет еще зачем-то, кроме как ссать, ребята? Ну, дрочить, да. Как кует? Слышал такое? Не-не, это что-то для меня новенькое. Ну-ка, а мамка дом можно там подрочить. Я с мамкой в туалет хожу. На телефон новый не разряжается. Обоих пак дракончиков привели? Я замерз, ребята, что происходит? Fight.
щиты добирали хилов в РС. Северное сияние добирает протопауэрцев. Мы добрали вонкову какую-то. Что, блять, с гильдиями на серии? На меня теперь висит какой-то леденящий удар, так и должно было. Я не понял, просто мне показалось, не закончено ли это предложение. Вот это хуйня, ты написал. А, ну типа если память. Я никого не понял, как вы там поняли, что он папе дрочил. Извините, я тупой. Сори, я там что-то печатал, не мог сэкономить. Блин, вот на меня висит какая-то леденящий удар. Так долго он будет висеть или что? И что надо делать? Ничего. Идите сюда ближе к воротам, все, уберите тотем и поднимитесь к воротам, чтобы Синдра не обидел. Ребята, я вас прошу, подойдите ближе к воротам, пожалуйста. Впереди хилак, как хилаглы веселочек. Умоляю. Не заставляйте меня говорить плохие грубые слова. Бой, стекайся в танк, я в ДД спекаюсь. Танк ты его убери. Так, Синдрагоса спустилась. Проверяйте бафы, пишите, кому чего не хватает, чтобы на вас 15 минут бафы висели. Танчить будет Void Knight. Фрост шмот танки не забудьте. 6 хилов. Две тактики на этого босса. Не хлопать. Я открываю сразу полученный урон по союзникам. Если вы будете хлопать, я буду вас просить этого не делать. Если вы продолжите это делать, я буду ебашить вам ГП. Честное слово, посреди трая просто буду хуярить. Просто не хлопайте. Если на вас магия, станьте и стойте. Если магия на 5 хилах, тогда кто-то должен выйти в сторону, я не знаю кто, и будет хилить. У вас 6, но вот если на 5, то уже как бы одному хилу можно будет похлопать. Если на всех 6, то я хуй знает. В моей жизни такого никогда не было.
Поэтому не хлопайте просто. ДД особенно. Даже на первой фазе вот эти оправдания, да я чуть-чуть, да я на первой фазе, да я случайно. Это для пидоров. Если мы вайпаемся, первые два места получают ГП за хлопки. 200 ГП. И вторая тактика на этого босса – не умирать на притяжке и на бомбах. Просто не умирайте. Не лагайте, не тормозите, подходите на притяжках ближе к боссу, я все буду называть. Только не умирайте, пожалуйста. И склепы, главное, не разбивайте. 250 тысяч склепов, все, стоп ДД, никаких дот на них не вешаем. Чек на пул. Джеррион, иди сюда. Джерри. Все готовы? Не хлопаем, не умираем. Поехали, начинаем. Сеть держим 0 стаков, обморожение 4 стака и сбрасываем милики. Сейчас притяжка будет. Притяжка, приготовились. Одна секунда. Беги, малышка, беги. Бежим от босса. Консок, с не хлопай, пожалуйста. Ты первый по хлопкам. Набрали рейндж. Войд в метке. Протопал, будешь ловить босса. Все спрятались за склепы. Центральные склепы не бить. Справа близко падает. Справа чуть дальше. Два центральных склепа, стоп ДД. Левый центральный, вообще стоп. Убрали его из таргета. Справа далеко падает. Оба центральных склепа стоп ДД. В центре близко падает. Господи, склеп сейчас разобьется. Добиваем. Фух, просто миллиметры. Пизду, лучше вообще не бейте эти склепы. Один хил всего лишь магия, никто ничего не копит, не хлопает. Крик на ХП обновите. Вары, чуть ближе к танку и крик на ХП. Бежим, бежим, хан, быстрее. Не хлопайте, ребята, не хлопайте, други мы. Не копим стаки, всего хватает, ДПСа хватает, хило замечательно, все. Я на леди от вас просто привстал, давайте и тут так же сделаем. Меточки рассосались в шахматном порядке, все от них отошли. Вешаю кружочек и звездочку, не бьем эти склепы вообще. На лестнице падает, на лестнице, все быстрее, быстрее, быстрее забежали. Пиздец, куда ты бежала с руля, где тучка? Еще раз на лестнице. Слева на лестнице. Димась, еще раз на лестнице, Димась, поднимешь с рулю. Саншу, гимн на ХП по моей команде. Справа близко падает, справа близко, смотрите. Разбиваем склепы, Саншу, читай гимн, Димась, поднимай с рулю. Верни чуть-чуть от нас Синдру, а то она сейчас дыхнет на склеп.
Здорово. Баф и ШП Присту, пожалуйста. Три кнопки, не хлопай, пожалуйста. Новый Мхир, Шаман, тоже не хлопай, пожалуйста. Вы первые по хлопкам. Беги, малышка, беги! Фаза пошла, первый склеп под босса. Склеп под босса, все милики уходим по моей команде. Льеро под босса, лок, милики ушли, все хилы хилим их. Никто не копит магию, пожалуйста. Очень херовенько. Все спрятались за склеп, сбросили стаки, танки, сразу меняемся. Следующий склеп под босса. Аркона под босса, дубовую кожу. Уходим все, склеп не бьем, будет притяжка. Не бьем склеп. Склеп не бьем, сбрасываем стаки. Следующий склеп в сторону, рост. И разбиваем этот склеп. Рост. Хант в сторону, влево. Протопала держим. Склеп ханта бьем РДД. Под босса, сова под босса. Сова под босса. Милики ушли. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Под босса. Не копим стаки. Лок под босса. Милики ушли. Чуть-чуть левее, чуть-чуть левее. Все нормально, ладно. Сбрасываем стаки. От босса сова, уходим, милики. Милики ушли. С руля гимн на хп. С руля читай гимн. Хорошо. Один стак вижу. Быстрее, быстрее, сова. Убегаем, 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 сова. Я с тобой, Билли. Я иду под босса. Бьем синдру. Сразу разбиваем мой склеп. Здорово. Бьем босса. Под босса вар, милики вышли. Вышли милики, вар под босса. Не копим, не копим. Новый Мхир, не копи стаки, пожалуйста. Разбиваем быстрее. Под босса следующий склеп. Под босса шаман. Красную каплю, если есть калик. Дай, пожалуйста, шаману красную каплю. Он в пизде бежит где-то. Танк не замор... Блядь. Войд, прожимайся, у нас танк в склепе. Первый склеп бьем, левый. Альпич, гимн на хп. Альпич, гимн на хп. Димась под босса. Под босса РДУ, милики ушли. Здорово, сейчас притяжка. Не бьем, не бьем, не бьем. Притяжка, ребята, притяжка. Не бьем склеп. Следующий склеп в сторону. Стаки, стаки не копим. Самое главное, не копим стаки. Бьем все босса. Мой склеп не бьем. Хуячим босса. Смотрим магию, не копим, не хлопните в последний момент. Все, молодцы, почти идеально. Там нам не помогло. А лут поставь. Ну или не ставь. Да на, я поставил, раздай. Да, Димась, конечно, ты пиздос. Спекайся в кота обратно, и все. И Калик, спасибо, тоже спекайся. Это Фредрик. Саншу токен забирал? Этот палец.
На мейн. Эй, батя, они как в обычке расставляются. Я аж расслабился. Такой ключу поднимаюсь. Думаю, нихуя, мы как будто в норме.